Автор более 300 изобретений в области биотехнологий по очистке сточных вод Николай Иванович Куликов встречает мэра с готовым предложением по улучшению экологии курорта. Решить проблему канализования в Сочи можно с экономически выгодным условием, говорит изобретатель. Дело в том, что стоки можно перерабатывать и использовать в качестве удобрений. И специальная система уже разработана и запатентована. Это называется ершовая технология. То есть из ершиков мы делаем насадку, на которую цепляются микробы. И они очищают воду. И поскольку их мы можем держать втрое большем количестве, чем обычное традиционное очистное сооружение, то у нас сооружения становятся наименьшими по размерам и наиболее экологически, ну так сказать, благоприятными. По качеству очищенные сточные воды близки к питьевой воде. Мы используем очищенные сточные воды и осадки в качестве удобрения. Впервые технологии Куликова стали использовать в 80-е годы на территории Центра активного отдыха Министерства обороны. Изобретение Николая Ивановича активно используется не только в России, но и за границей. Из последних проектов – группа очистных сооружений, возведенных для временных поселков строителей в период подготовки к Олимпиаде. За трудовые успехи на благо города Анатолий Пахомов вручил изобретателю знак почета, а также поздравил с наступающим профессиональным праздником – Днем рационализатора. Для нас очень важный, как я уже сказал, вопрос экологии. Знаете вы, что мы очень много сделали. Для нас очень важно, что у нас есть такие замечательные люди, как вы. Надеюсь, что вместе нам с вами еще удастся многое сделать, в том числе поменять ментальность наших людей, чтобы они понимали, что выброшенные фекалии в ручей – это вред здоровью. И даже не одному человеку, а человечеству. Это еще и вред, как говорится, народному хозяйству. Несмотря на свой почетный возраст, Николай Иванович останавливаться на достигнутом не будет. Главная задача для него – окончательно решить вопрос с канализованием в Сочи. Тем более, что сделать это вполне возможно. Анатолий Пахомов, в свою очередь, пообещал изобретателю разобраться во всех сопутствующих вопросах и в ближайшее время провести встречу со специалистами. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.